Здорово тебе! Проходим сегодня, проходим I'm Alive в старую, очень старую игру. 2000 там... Какого-то там года, блять, хуй пойми. Ладно, погнали. Play. New game. Да. Давайте на нормале, естественно, на среднем. Ubisoft представляет... У нее нога сквозь стул проходит. То есть мы откуда-то возвращаемся домой, я так понял, да? И ищем кого-то, наверное, свою семью или вроде бы я помню, там дочку он что-то искал. Ага. Очки какие-то, блядь. Жертвы. Инвентарь. Ну, графин, конечно. Я помню, что даже на тот момент, когда она выходила, она уже типа была устаревшая. В смысле, выглядела просто уебище. А, вот, на мышку бегает. Че у него руки так трясутся, блядь? Руки в руки заходят. Ноль патронов. Abington traffic. Oh, how I missed it. Окей. Полицейская машина, здесь по-любому патроны должны быть. А. Я не могу, да? Ага, меня разворачивает. Значит, не туда. Ебать, текстуры размытые вообще. А, игра ж... Unreal Engine, кстати. Третью. Ёбаное чудо творение. Угу.
Может, я с разбега это сделаю? Ага. Так, у меня выносливость, да, заканчивается? То есть мне надо быстрее ползти. А если я вот на месте, она... А, она убывает все равно. Как ускоряться? Окей. Looks like I'll have to climb over those arch supports. Прыжки типа вам немного, да, энергии занимают? Ага. I can't plant a peg here. I can't do it from this position. Нет, ты же можешь, типа... А он на ступеньках не отдыхает? Ёбаный, ёбаный. Ага. Теперь он мне убавилось, да? Водичка. Угу. Well, it's still standing. Though Hamilton has seen better days. Я помню, что когда эта игра выходила, блин, все думали, что покажут как раз землетрясение, вот это все, типа здесь разрушаемость будет. Типа, бля, будет просто офигенно. Типа, нам придется в открытом мире бегать, типа. Блять, там выживать. Ну, не в открытом, но все равно, типа, по локациям там. Что-то такое крафтить, там, блять, искать. Ну, на деле получили вот, вот этот вот такой вот посос.
Ага. Ну, поднимайся. Ай. Так, а далее мне куда? Ну, я не знаю, попробуем. Ну, туда он, что ли? Куда? Куда? I can probably get back up to the streets if I go through the sewer. Канализацион. Я помню, здесь какие-то были выжившие, там надо будет кому-то продукты, блять, найти, кому-то еще там что-нибудь. То есть беготня там просто сюда. Где-то там, блядь. Hey, who's that? Don't push your luck. I don't want any trouble. I'm already gone. Sure. I'll shoot you. That's it. Just keep right on walking. Не надо, не надо, не надо. Какой злобный придурок. Но вниз по-любому нет. А, вон туда вверх. Бля, пизда. О, это же мы. Да? Да, судя по всему, это нас разыскивают. Блядь, текстуры, конечно, вообще пиздец, нахуй. Ну, ёбище ебаное. Там сейчас что, к тем ребятам идем? Ну, может, давай не надо?
Да ты заебала каждый вот раз карту. Оба, посмотрите, что там есть у нас. Там что-то какие-то вон ресурсы валяются. Could force open this gate with something. Huh? Hey, you! I can see you! Oh, пошел. Давай, давай. Давай, давай. Please, I'm trapped. Don't shoot. На тебя, нахуй. Better keep this with me. Это я помню, да, что здесь их можно зашугивать. Вот. И... и так вот с ними поступать. Даже если нет патронов, можно их типа... Интересно это так, фишка. Да в смысле? Вау, вау. А что я сделал не так? Давай, 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 давай. Блять. Сука. И чё, вот он-то, вот с одной пулькой он хотел, типа, блять. Ой, говнище. Не, ладно, пока есть не буду. Да, конечно, как-то это. Подожди, а что там? И там что, мне куда вообще? Ага. Можно обследовать, откуда не пришли. Ну вот, более утоляющие. Угу. Аптечка. Да понятно ж, понятно. Здесь, в принципе, игра линейная, блядь. Нахуй они вообще эту карту здесь сделали? Так. Здесь, да, нас сейчас что-то интересное. Да, вот, во. Сода. Блядь, это белое, конечно, все пиздец. Да.
Thanks so much. How did you get this? It's just over there. So I haven't been in Havinton since the event. You know, shortly after it happened, the first thing that we had to deal with were the earthquakes. They kept happening day after day. Most people ended up at makeshift emergency centers like the Havinton Stadium. And we were protected from collapsing buildings, but there was so much dust in the air, so we had to find another solution. I mean, it's been a year now, but we still have aftershocks from time to time. Seems they're here to stay. All we can do is deal with it. Все, ты закончил пиздеть? Я могу двигаться дальше, да? Слава богу. Это сейчас затянется, блядь, на долгие часы. Нельзя, да, забраться. Не-не-не. Я тебя даже не трогаю. Да я к тебе не подхожу, шла ты нахуй, стерва тупая. Так, мне туда. Да? Да. Здесь нихера нету. Блять, эта текстура аж на пиздец, как очень все печально. В чем, кстати, можно одну применить? Апартаменты. Кстати, здесь по-любому что-нибудь должно быть. Угу. Нихуя тут. Слишком много нихуя тут. Здесь тупик, возможно, здесь может что-нибудь есть. Серьезно? Тупик, просто тупик. Сиди что-то еще.
части тоже ни хрена нет. Что-то как-то отстойно. Там у нас, правда, в той стороне тоже есть там что-то. Давайте посмотрим, игра позволит нам туда пройти. А, она меня типа обратно разворачивает. Понятно. А, если я щелкаю, то я ускоряюсь, ага. А так, значит, и карабкается просто. Julie, are you there? There's no one here. Да, действительно, здесь как будто уже ощущение, не один год прошел. А ты думаешь, они все еще здесь? I remember that day. What's this? А, он же там типа откуда-то пешком добирался. Типа очень долго путь там что-то. We'll be taken to one of the emergency shelters. It's very hard to get precise information about the evacuation plan. I have no idea where we'll be in the next hour. If only you were here. I would tell you that I forgive you for everything. For now, all we can do is pray that you're alive. And if you are, I know you'll come back here. We'll try to stay in Haventon, but we'll go wherever's safest. With Mary, I can't take any risks. We love you. Not a moment goes by that we're not thinking about you. Try to find us. We'll be waiting for you. Julie and Mary. I am alive. Типа долгое было выступление, да? May 23rd. That's almost a year ago. Да, год назад, нихуя. Ну окей. Че, типа полутаемся, да? Нихуя, дверь в темноте исчезла. Оба! Посмотри, рэббиты! Понятно, понятно.
Mary. Wait! Mary, it's me! It's Daddy! Это не твоя дочь, дебил. Так, первого надо убивать с пистолетом, который. Подожди, мне надо патрон взять. Возьми патроны, блядь. Ты, конечно, как обучалка выползла, я кнопку заранее нажал, но потом что-то, блядь, там сбросился, это, ну, сами видели. Бред какой-то, блядь. Girl doesn't look so good, and I think we're about to have a storm, so we need to get off the street. Where are you? Close to State Street, near the Arboretum. They can't come home. It's probably the safest place for the time being. Come on, Speedy, we gotta go. The mall took less damage than most of the other buildings in the city, so it's still pretty stable. When the quake settled a little, the mall was set up as an emergency shelter. It was sealed up. А мы уже больше одного патрона. А, не обязательно Е нажимать, можешь сразу мышку. Окей. Do you remember what this place looked like before? Not so much. А в смысле есть тупики-то? Вы чё, типа... Тоже не нихуя. Ну, наверное, не туда. О, а чё у меня жизни так-то мало?
Так, ну это мы жрать пока не будем лучше вот этого. Стамину нахер. Не будем тратить. Песчаная буря типа началась. Ёб ты, блядь. А мы на первом, да? Еще есть подвал. Окей. Ну вот это знаменитый огонь. Spots aren't too dusty. Кстати, подвал. А еще не время идти сюда. Ладно. Окей. Я же говорю, игра вообще прям линейная. Это не то, что нам обещали. Нет, это не есть хорошо-то вообще. Ну, я понял, типа, это еще и обучение, да? Я уже понял. Did you hear that?
Sounds like there's someone below us. Типа я должен всего ее привести в безопасное место. Или как? То есть с ней я не могу, да, никому помогать? Да. Ну, что тут еще можно было ожидать? Ну, конечно, мы будем искать лекарства, припасы, всякую хрень, типа, блин. Более-то нечего здесь искать вообще, в принципе. Так, деваха пока отдыхает. Посмотрим, что здесь вообще есть. Да. Куда им там надо? На шестой этаж. Thank the Lord. Another person. I've been stuck here for days. My asthma's getting worse with every breath. Ингалятор. Где ж я возьму ингалятор? Подожди. Блять. Ладно. Потрачу. Подожди, ну это более утоляющее я взял. Опять же. Типа. Ну подожди, я найду твой ингалятор и принесу тебе его. И все сразу.
Да. Это я, наверное, зря не воспользовался этой фигней. А ведь мне-то еще ползти и ползти. Блять. Ладно, восстановим всю эту хрень. Я думаю, что-нибудь здесь найдется. Looks like the building was under construction before the event. Ну там как бы далековато, да, мне пиздошить туда. Пойдем наверх. А здесь что у нас? О, есть большая личка. Точнее, фрукты. Ингалятор. Stuck here for days. My asthma is getting worse with every breath. That's all I needed. Just enough to get me out of here when this damn dust storm's over. You want to know more about the event? After struggling with the earthquakes for several days, we were soon faced with a new threat. I didn't tell you what just случилось. A storm of dust and burning ash just sort of came down on us like a tidal wave. No one could breathe out there. Everyone had to stay inside the shelters, like this mall, with supplies shrinking slowly. There was nothing else we could do for weeks. The alternative meant going outside. No one who went out ever came back. Это конец этой истории.
Давай быстрее, блядь, ползи. Так, сейчас мы поднимемся здесь. Нихуя. Аптечку нашел, здорово. Вот эта музыка, я не знаю, зачем она. Только, блядь, раздражает. А девку забыли про нее. Да нет, не надо. Ёп. А, это мне типа скатываться. Ну вот куда мне скатываться-то? А мне вообще в ту сторону. А! Мне по вот этой хрени скатываться? Нахуй я прыгнул? Давай, макак, ползи, ползи, макак. Нет, тут ускоряться нельзя. Но мне, судя по всему, вниз. Или куда? Да нет, все верно, туда мне. Может, мне надо как на нее запрыгнуть? Что-то я чего-то не вижу, да? Ну, это мне назад путь. А мне же надо туда?
Господи, надо опять скатиться. Я просто там что-то сделал не так. Не туда я пошел, да? А, вон туда мне надо было дальше вниз скатываться. Так, у меня есть два крючка, в случае чего. Вот, а теперь мне туда надо. Ну что, покатили. Здесь очень пыльно. Еще ниже. Угу, стамина не пополняется, да? Там что-то есть? Да, там что-то есть. Так, а это мне куда? А, это мне на самом начало, да? Точнее, на самом начало, блядь. А! Там за машиной, кажется, что-то было. Давай сейчас сходим. Да куда ты? Да, блядь! О, господи. Давай, давай, давай. Успеем, 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 успеем. Успеем. Успели. Better climb out of the fog whenever I can. Все, теперь там тоже что-то есть снизу. Так, а там только одна? Одно там только что-то. Нет, вон там есть еще что-то. Целых три что-то я заметил. Давай, 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 давай. Успеем, успеваем, 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 успеваем. Есть, успели. Ой. И где-то вон там. О, да здесь же 4 что-то было. Сода, вода, давай, 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 давай.
Так, теперь что... Ой, нам вообще куда? А, нам вон туда надо. То есть спускаемся и бежим вон туда, да? Получается, что да. Так. Вода. Воду надо, чтобы стамину повысить. Вот так вот. Это улучшает, это улучшает тоже две. О, у нас есть еще вот такая, да, хуйня? В случае чего. Ну ладно, я думаю, мне этого пока все хватит. Да, блять, вниз! Так. Так, и туда, да. Вот опять же сейчас, чё нам... вот эту давай. Вот. Бутылка вина. Так, там вообще-то вон еще туда что-то можно перейти. Но я не знаю. Типа, нам туда сейчас можно? Или нет? Или я все испорчу, если пойду исследовать? Или это после того, как я маску найду? То есть, блин... Немножко непонятно. Я вот вижу. Ух ты, вода. Так. Ах, сука.
Вот опять же. Да, блядь, и как мне туда забраться? А, блядь, что-то я... Ага. Всё. Что-то я не увидел, что там на правую надо нажимать. Ну так вот. Please don't let me die. На тебе, блядь. Вы бы меня быстро захуячили. Даже спрашивать бы не стали. Козлы сраные. Да, я забраться не могу, да, сейчас пока. Ладно. Ну понятно, мне по вот этой. Да ну нахуй! Как-то я вот этого не ожидал. Back off. Don't shoot. You win.
Окей. Ситуация здесь была такая вот. Странная. Я не знал, что они еще. Тут, оказывается, вот как они бегают. Я то проходил вообще очень давно, когда она только вышла. А тут вон на что откровение-то какое. Ну, не совсем тупые. Блять, они поняли, что у меня нет патронов. А как драться? Да блять! Сука! Надо было типа сильнейшего из них, да, ёбнуть? И тогда они все сдаются. Понятно. Типа сильнейший, так понимаю, у них бандана. Да, типа главарь. Окей, блядь. Все патроны проебал, все, что, блядь, накопил. Да, я пока туда доберусь, деваха точно помрет. Теперь есть еще аптечка. Правда, те аптечки, я так понимаю, здесь нету. Я не могу сдраться, типа, в рукопашку. Мне нужна канистра. Хорошо. Mm-hmm.
Но опять же. Наверное, просто вниз мне. О, вода. Там типа канистра. А еще вверху там что-то есть. А вон еще одна канистра. Так. А теперь мне надо на другую сторону. Ну все, у меня есть канистр. Это что там, куда, зачем? А, это я мог туда, блядь, сходить, а я как придурок там, блядь, прыгал. Хуй пойми почем. Ну ладно, несколько путей, как бы хорошо. Это что, блядь, паутина или трещина, нахуй, или молния? Ух ты!
это все, на что его хватило, да? Угу. Ёбана. Так, ну что, у меня есть 5 крючков. Вот так вот. Отдохнули. И пошли дальше. Так. Отдыхаем. Погнали. А что там выше? Ебать, там что-то дохуя выше. Блять, я уже назад не могу вернуться-то. Сука. А. Прикол, да. Предмет здесь был. Типа... Ёпты. Окей. Так, ну я думаю, здесь была точка сохранения все-таки. Так что давай, счастливо. А то, мне кажется, уже что-то долго видео получается записывается.